Других примем, своих не допустим. 23 мая в Набережных Челнах стартует Олимпиада профмастерства среди станочников широкого профиля. Она соберет студентов со всей России. Уже сейчас на участие заявился 21 регион. Соревнование состоится на базе Камского политехнического колледжа имени Васильева. Однако представителей нашего города среди конкурсантов не будет. Такое решение было принято для того, чтобы гости не переживали, что организаторы будут подсуживать своим. Победители конкурса получат денежные призы. Лучшему токарю-студенту достанутся 60 тысяч рублей. За второе и третье место предусмотрено по 30 тысяч. Ожидается хорошее мероприятие, такое как шоу. Это все делается для того, чтобы молодежь не только напряглась, там, работала бы, но и смогла бы за эти 2-3 дня отдохнуть, познакомиться с нашим городом.